Бессарабский край славится своими традициями и обычаями. Так, в прощенное воскресенье, накануне Великого Поста, в селе Заря Саратского района принято жечь костры. Причем бросают в костер все, что в новом году уже не понадобится, чтобы освободиться от всего ненужного. Ну, по нашему поверью, что это все какие есть болезни, какие-то невзгоды, неудачи. А раньше еще, когда насекомые были, все выбрасывается. Костер все как очищается, выбрасывается. С давних времен люди верили в то, что огонь способен защитить от злых сил. Это самая сильная и действенная очистительная стихия. В нем может сгореть все грязное и отжившее, но сам огонь всегда остается чистым. Раньше верили, что если больной человек, то болезнь уйдет вместе с дымом, вместе с огнем. Все плохое должно уйти. Ну как, суеверие? Но нет, идея же просто уже как, я знаю, как традиция осталась уже. Просто интересно уже так передавалось с поколения в поколение. Мы поддерживаем. Таким необычным способом жители Зари очищают свое тело и душу перед Великим постом, важнейшим из многодневных постов православной церкви. В 2013 году Великий пост начался 18 марта и продолжится до 4 мая. Отец Евгений объяснил, каким образом воздержание в пище приближает верующего человека к Богу. Воздержание от пищи, от питья – это вспомогательное явление. Когда человек не допивает, не доедает, он больше думает о Боге. То есть его тело ничего не отягчает. Великий пост несколько отличается от других постов православной церкви. Считается православной церкви, и что Великий пост, он и называется Великим постом, он строгий пост. Разрешается вкушение рыбы в Великий пост только два раза. Это на вербное воскресенье и на Благовещение. И также мы знаем, что первую седмицу Великого поста и последнюю седмицу, страстную седмицу, строго православные христиане соблюдают пост. Рекомендуется тем людям, которым по силу, вообще сухоедение, то есть без растительной пищи. Опять же, тем людям, которые могут это выдержать, то есть которые не болеют. Пост – нелегкое испытание. Он включает в себя не только и не столько ограничения в пище, как ограничения в жизни. Это период, во время которого можно полностью переосмыслить свою жизнь и открыть что-то новое в самом себе. Если вы не готовы к этому, лучше не мучайте себя и не начинайте. Помните, пост как ограничение лишь в еде – обычная диета.